Доброе утро! Сегодня у нас хороший день. И давайте мы начнем его с библейского совета. Мы продолжаем цикл передач о становлении израильского государства. Изучая историю еврейского народа, мы видим, что каждый раз, когда Израиль отступал от Бога, он попадал в сложные ситуации. Очередная проблема израильского народа была связана с сирийским войском. Оно окружало город, в котором находился пророк Елисей. Видя сильную сирийскую армию, весь Израиль был в панике. Наступило время, когда страх и безысходность наполнили сердца евреев. Что делать? Где находится решение проблемы? Никто не знал. И тогда евреи решили обратиться к пророку. Елисей вышел на улицу, помолился к Господу, обратился к своему слуге и сказал так: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными, кругом Елисея. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотой». И он поразил их слепотой по слову Елисея. Слуга пророка был шокирован, потому что Божья ангельская армия была намного больше и сильнее, чем армия сириян. Эта история показывает нам, что ответ и решение многих наших проблем находится в мире духовном, который мы не всегда понимаем и, конечно же, не видим. И только молитва Божьего священника или пророка поможет нам увидеть невидимое. Пусть Бог благословит вас в это утро. Обращайтесь к Божьим людям, пасторам и священникам. Тогда духовный мир станет для вас понятным, и через духовное Бог решит все наши проблемы. Спасибо, что в это утро вы были с нами. Встретимся завтра, и помните, милость Божья обновляется над вами каждое утро.